Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем видео прямо на Memorial Day. У нас сегодня как 9 мая праздник в Америке. Да, и, конечно же, Тедди с Оливером здоровается с вами. Оливер, hello! Can you say hello? Hello! Say hello! 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 Can you say hello? Come on! Hello! Hello! Тедди! Hello, Тедди, привет! Привет! В общем, сейчас Дэвид собирается косить траву. Мы пока ничем не будем, ну, в смысле, не едем никуда ничего праздновать. Я уже вот немножечко здесь убрала, убираю свою пентри, свой шкаф с крупами, со всем, в общем, здесь дополнительными вещами, да, продуктами. Тут у нас арбузик, нужно обязательно его скушать, потому что он скоро испортится. Осталось тут у меня три контейнера. Это из посылок, да, потерянных посылок коробка. Здесь было их 4, я купила 4 и за $5 купила. Это была открытая коробка. Я покупала, кстати, в магазине здесь у нас в Джорджии. Эти контейнеры очень дорогие. По-моему, каждая банка по $18. Но я купила их 4 штуки за $5. И я хочу немножечко здесь все почистить. Тут вот у меня выложу то, что мне нужно в эти контейнеры. Наверное, вот эту вот какао-пудру, потому что я с этим готовлю. Гречку я уже в такой контейнер у меня был, выложила макароны у меня здесь. Если вы не видели это видео, не смотрели, я обязательно оставлю вам ссылочку. Посмотрите, как я вот это вот все здесь сделала. Наклеила вот такие вот обои, и очень классно получилось. Купила такие контейнеры, по-моему, я покупала их Таргете, если...
No. Ну что, ребята, я довольна результатом. Я просто все разложила по местам. Все крупы сложила вот в эти контейнеры из потерянных посылок. Очень красиво получилось. Нужно еще лейблы сюда. Я их распечатаю и поставлю, чтобы не забыть, что у меня там. Здесь у меня манка. Тут у меня немножко cereal, немножко хлопьев осталось. Тут фисташки. Дальше там конфетки, лазанья, макароны. Здесь у меня коричневый рис, теперь мы покупаем только коричневый рис, он намного полезнее. Макарошки, вот, и семена льна перемолотые. Тут у меня крекеры, здесь у меня печеньки и гранола барс, ну и там разные чипсы и попкорн. И здесь у меня уже консервы, овсянка, маринара, сос и всякое такое. И арбузик, там я ничего не трогала, там я, в принципе, убирала недавно. Там у меня чуть-чуть еще картошечки осталось. Все, ну и здесь я тоже так разложила слегка, потому что не осталось контейнеров. Думаю, что получилось неплохо, чисто. Главное, чисто, аккуратно избавилась от всего ненужного. И то, что на чем прошел срок годности. В общем, красиво и чисто. Ставьте лайки, друзья. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.